Coran Ivanovic, please get back. Thank you.
Thank you.
Thank you very much for that. Well, Мы как раз традиционно обливаем или забвение. Мы продолжим с произведением, которого нет в вашей программе. Мы очень любим составлять программу, а еще больше мы их любим менять потом. Поэтому мы решили вам сыграть что-то иное. Мы решили вам сыграть музыку с родины города. Хотя он сам родом из Сербии, но из соседской Республики Македонии была прекрасная народная песня под названием «Йогану Йоварте», и мы решили сделать нашу собственную обработку этой песни из Балканского региона. Итак, «Йогану Йоварте». Thank you.
завтра вечером, в 8 вечера в клубе Neck of the Woods, здесь же, в даунтауне Сан-Франциско. У нас там принесли с собой какие-то открытки с дополнительной информацией по поводу концертов, так что надеемся увидеть завтра и вас, и всех ваших друзей. Так что там зал большой, на всех мест окладов. Спасибо большое. Огромное спасибо Русскому культурному центру Сан-Франциско за это сиюминутное приглашение выступить. Большое спасибо Юлии Жаровой и всем, кто к этому имеет отношение. У нас мы привезли кое-какие диски с собой тоже, они тоже есть в фойе. И мы с удовольствием встретимся с вами после концерта там, где что-то будет происходить. В баре. Встретимся в баре. Пока мы закончим наше выступление композицией Коран Ивановича «Тик-так-топ» или «Крестики ноги». Thank you.
Mm-hmm.